По данным следствия, в период с декабря 2015 года по март этого года подозреваемые совместно с другими лицами, действуя в составе организованной преступной группы, возили на территорию Российской Федерации с азиатских и европейских стран незарегистрированные в России лекарственные средства, которые содержат ботулинический токсин типа А, используемый в косметологии. Указанные препараты в крупном размере участники ОПГ сбывали в сфере индустрии красоты на территории как Алтайского края, так и других субъектов, делая рекламу через сайт сети интернет.